Добрый день, пожалуйста, занимайте места, мы начинаем. Ну, надеюсь, что все пообедали, и мы продолжим работу. Я думаю, что я, наверное, могу подойти поближе к сцене. Итак, мы начинаем. Еще раз. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Добро пожаловать всем, кто присоединился к нам удаленно и также находящийся здесь. Я буду модератором данной сессии. Мы будем говорить о метавселенной и как она размывает букву закона. Временно пропал звук, ждем. Здравствуйте. Добро пожаловать на основную сессию динамических коалиций. Добро пожаловать. Просто нам пошел звук сначала из другого канала. Сейчас мы на правильной сессии. Это основная сессия динамических коалиций в поддержку глобального цифрового договора. Меня зовут Маркус Кумер. Я являюсь одним из со-руководителей группы по координированию работы динамических коалиций IGF. Рядом со мной Джутта Кролл, также моя коллега, сопредседатель. И мы разделили эту сессию на два раздела. Первая часть будет посвящена динамическим коалициям и их вкладу в модель IGF+, а вторая будет касаться того, каким образом динамические коалиции могут внести свой вклад в глобальный цифровой договор. Итак, начинаем первый раздел. И рядом со мной посол по технологиям генсекретаря ООН. Господин Амандип Сингх, также рядом со мной находится Пол Митчелл, председатель мультистейкхолдерной консультативной группы IGF, и Марк Карвелл, простите, который будет секретарем данной сессии. Позвольте мне сначала рассказать о динамической коалиции. Впервые эта идея заразилась на заседании IGF в 2006 году. Была эта идея запустить эту работу в межсессионном порядке. И мы назвали их динамические коалиции. Сейчас у них 24. Они очень разнообразные, работают они и независимо. При этом они все подчиняются определенным общим принципам. Они открытые, и архивы их открытые, инклюзивность поддерживается. И такова основа. И также они публикуют ежегодные отчеты. Но еще раз, они все автономные. И мы расскажем о том, каким образом они могут внести свой вклад в модель IGF+. И сейчас я хотел бы передать слово председателю мультистейкхолдерной консультативной группы МАК, соответственно, Полу Митчеллу. Простите, я еще Татьяну не представил. Татьяна Тропина, сопредседатель этой сессии, со-модератор, простите, она удаленно находится здесь, и она довольно жесткий модератор, и она будет задавать очень много вопросов, сложных вопросов участникам данной дискуссии. Будьте готовы. Татьяна, пожалуйста, вам слова. Благодарю вас, Маркус. Добро пожаловать. Особенно приветствую коллег, присоединившихся удаленно. Мне приятно выступить со-модератором данной сессии. Мы часто забываем, что IGF это не организация, которая прекращает свою работу. Забываем, что она не прекращает свою работу. Есть межсессионная работа. И мы
распределяем ее на различные каналы, эту всю работу, и затем объединяется она во время подведения итогов в рамках IGF. И я буду задавать вопросы относительно действительно фактических результатов, достигнутых, важности этих результатов. Поэтому я очень жестко подойду как модератор к вам о том, как это все распределяется на глобальный цифровой договор. И, Маркус, вам слово. Благодарю вас, Татьяна. А я также хотел бы представить Джену Фанг, которая также является членом данной дискуссии. Она представляет коалицию молодежи по управлению интернетом. Благодарю вас, говорит Пол Митчелл. Оглядываясь на динамические коалиции, на 24 коалиции, которые у нас уже есть, мне кажется, что это некий способ добиться определенной синергии в рамках достижения общих целей. И будь то создание какого-то нового продукта, выработка нового языка, новых формулировок политической политики. Это объединение представителей разных организаций для решения единой задачи. И это, на мой взгляд, похоже на процесс выработки стандартов. Здесь прослеживается общая структура, то есть как будто строится многоэтажный дом, необходимо рассмотреть все моменты очень внимательно и распределить роли для того, чтобы успешно осуществить поставленную задачу. Их уже 24, как я уже сказал, этих динамических коалиций. Работают они весьма активно. Существуют возможности по развитию. И, наверное, важным моментом является тот факт, что нужды отдельных лиц рассматриваются или учитывается общее через нужды личного. И это работа по достижению поставленных задач, я считаю, важна. И по мере того, как мы переходим к модели IGF+, мы тем самым изыскиваем способы внедрения различных идей, которые сформулированы вокруг весьма сложных и важных идей. А с точки зрения сроков, у нас есть модель IGF+, и подход сейчас заключается в том, чтобы сейчас, простите, да, докладчик пытается найти правильную формулировку, собрать мысли. Да, я прошу прощения, давайте я пока передам микрофон. Да, благодарю вас, Пол, говорит Маркус Кумер. И мы, конечно, будем следить за регламентом, когда будем передавать микрофоны. И я хотел бы Ютте сейчас передать слово. Ютта Кролл, пожалуйста. Благодарю вас за то, что вы пригласили меня принять участие в этой дискуссии. Я представляю динамическую коалицию по правам детей и в цифровом пространстве. И мы запустили эту работу еще в 2007 году, тогда она называлась «Динамическая коалиция по безопасности детей в интернете». И цель, я сейчас процитирую, она прямо вот из дорожной карты генсекретаря ООН,
вытекает, это совместное сотрудничество для предотвращения сексуальной эксплуатации детей, нарушения их прав. И это все связано с защитой детей. Мы решили переименовать динамическую коалицию в коалицию по защите прав детей в цифровом пространстве. Это было осознанное решение для того, чтобы подчеркнуть, что дети – это люди, которые пользуются всеми правами человека, и определенная уязвимость существует, и закреплены их права в Конвенции ООН по правам детей, по правам ребенка, и также указано это в описании этой рабочей группы. Я сейчас более подробно хотел бы коснуться вопросов управления в интернете, и вот именно здесь и возникает работа в рамках сотрудничества между динамическими коалициями. Динамическая коалиция по правам человека в цифровом пространстве способствует диалогу между разными заинтересованными лицами по правам человека, защите прав детей и принятию решений по вопросам технологий. И здесь виден еще один пример, где мы можем подойти к выработке сбалансированного подхода между этими двумя целями. Когда мы рассматриваем вопросы технологии, такие аспекты, как интернет вещей, искусственный интеллект и сейчас новаторские решения в метавселенной, все это влияет не только на жизнь детей, но на жизнь всего человечества. И это вопросы, конечно, влияют на права детей, как это указано в 12-й статье. Сейчас по поводу приватности. Приватность необходимо защищать вне зависимости от возраста, и при этом должно быть сбалансировано с защитой других прав, в том числе прав быть защищенным от эксплуатации и злоупотреблений. Благодарю вас, Юта. Давайте сейчас передадим слово коалиции по интернет-стандартам по безопасности. Ваут Денатрис, пожалуйста, вам слово. Благодарю вас, Маркус. Меня зовут Ваут Денатрис. Я координатор коалиции по стандартам и безопасности в интернете, сокращенно AS3C. Вопрос, который я хотел бы... Сейчас, простите, да, может быть, что-то у меня с микрофоном не так. Можно я другой микрофон возьму? Так лучше, да, меня слышно? Итак, начну снова. Вопрос, который я хотел бы задать. Каким образом IGF обеспечит мультистейкхолдерный подход те инициативы, такие как динамические коалиции, которые учитываются в выработке рекомендаций по политике, наилучших практик и рекомендаций? Я полагаю, что этот вопрос очень важный, должен учитываться во всей сессионной работе. Всегда сложно для динамических коалиций работать вместе. Они являются экспертами в различных отраслях, простите, у них собственные повестки отдельные, программы работы. И почему этот вопрос так важен? Для моей личной коалиции, я сейчас говорю от лица своей динамической коалиции, но я не буду касаться самого контента. AS3C выступает за более безопасный интернет. Это наша цель. И
На IGF на этой неделе у нас будет касаться вопросов трех глобальных исследований, касающихся интернета вещей, безопасности образования и, конечно, управления данными. И это все должно быть учитываться теми, кто вырабатывает политики и рекомендации на различных уровнях. Мы также обращаемся к ним по вопросам выработки результатов. Вопрос этот сегодня очень важен, и наша коалиция поддерживает конкретные предложения, которые прозвучали. Мы надеемся, что у нас 10 рабочих групп пройдет. И я сейчас на этом остановлюсь. Мы продолжим это обсуждать. Благодарю вас, Ваут, и большое спасибо, что вы уложились в регламент. Дженна Фанг, представитель коалиции молодежи по управлению интернетом. Благодарю вас. Являясь членом YCIG, это вот молодежная коалиция, мы в основном вносим свой вклад посредством укрепления цифрового потенциала или наращивания, скорее, потенциала. И у нас есть возможность также оказывать свой вклад в других направлениях. Мой коллега по DNF коалиции принял участие в организации семинара, и результаты этого были затем поданы в IGF. То есть это возможность участия во всей экосистеме, попытка запустить диалог по важным темам, которые беспокоят молодежь. При этом я считаю, что работу нужно расширять и конструктивно вносить свой вклад в целый ряд ключевых направлений. И вот именно эти направления являются наиболее важными для модели IGF+. Вот еще одна сессия, которая пройдет в рамках IGF в этом году, касается важности цифровой грамотности. То есть с самого раннего возраста необходимо это делать обязательным. При этом у нас нет людей, которые готовы подготовить преподавателей, потому что учителя в школьных системах часто не имеют знаний и понимания того, что необходимо. И мы видим свою роль в этом, возможности внести вклад в данном направлении, потому что, как я говорила ранее, нужно сотрудничать с разными динамическими коалициями, потому что у молодежи есть возможность способствовать развитию знаний в разных направлениях. И это все на благо общей цели, общей задачи. И при этом голос молодежи будет более разнообразным, более инклюзивным. И будет возможность, с другой стороны, отразить точки зрения молодежи на эти вопросы. Вот я считаю, что это наиболее важное, что было нами проделано в рамках нашей работы в этом году, и я готова это обсуждать более подробно. Благодарю вас. Сейчас, да, сказали, что очень часто не иммигранты создают законы, а местное население. А Татьяна, пожалуйста, вы хотели бы что-то добавить? Видите ли вы какие-то вопросы в чате в Zoom? Здравствуйте, я вот как раз цифровой иммигрант.
Я очень внимательно слушала, и все, вы знаете, упоминают вопрос сотрудничества. Сотрудничество между различными динамическими коалициями. С одной стороны, конечно, сотрудничество очень важно. Это возможность, наверное, добиться каких-то конкретных результатов. При этом я хотел бы сформулировать вопрос несколько по-другому. Вот, в частности, к Юте. Ваша динамическая коалиция большую работу проделала с точки зрения защиты детей в интернете. У вас много экспертов заняты в работе вашей коалиции. И с точки зрения предоставления этих выводов в рамке модели IGF+, с какими динамическими коалициями наиболее эффективно будет работа? Вот тот же самый вопрос к Дженне. С точки зрения сотрудничества динамических коалиций в контексте модели IGF+, опять же, поделитесь рядом идеей, каким образом эту работу оптимизировать. И еще один вот конкретный вопрос к Вауту у меня, несколько другой. Я считаю, что динамическим коалициям нужен дополнительный инструментарий, они должны более широко быть известны, и поэтому я хотела бы задать вопрос, как вы видите сотрудничество между этими коалициями, потому что я пытаюсь спросить вас именно о вот этом взаимодействии или, скорее, взаимозависимости между результатами работы динамических коалиций и их видимостью их работы, то есть известностью их работы. Как вы видите вот эту коалицию? И я пытаюсь вот о чем спросить. Вот, какая помощь вам нужна для того, чтобы о вас узнали, чтобы вам пошла поддержка, для того, чтобы какой-то был результат, который уже действительно был осязаемый? Спасибо. Вообще, я думала, что Аманди присоединится к нам в ходе нашего следующего заседания, но поскольку он здесь, может быть, он тоже сможет выступить с комментариями, если вы не возражаете, коллеги. Хорошо, спасибо, вижу, что все согласны. Итак, был вопрос. Мне кажется, вопрос касается сути нашей сегодняшней дискуссии. Кто бы хотел первым выступить? Уважаемые коллеги, прошу вас. Ну, думаю, вопрос можно обобщить так. Я думаю, что его можно сказать, можно выразить другими словами. То есть, как сделать так, чтобы мы достигли поставленных целей? Что для этого нужно сделать? Какие есть сложности? Да, с одной стороны, у нас есть какие-то общие интересы, однако с другой стороны, мы должны четко понимать, что необходимо для того, чтобы внедрять на практике какие-то меры, которые приведут нас к желаемому результату. Вот этот процесс очень важен, потому что его нужно поддерживать всеми силами и при содействии разных заинтересованных сторон. От него будет очень много зависеть. При этом важно помнить о необходимости регулировать различные виды ресурсов, которые могут быть задействованы, например, в сфере регулирования, технические ресурсы, ресурсы для внедрения. И, как мне кажется, необходимы стандарты, которые помогут нам наладить этот процесс и в итоге добиться поставленных целей. Думаю, что примеры того, как мы используем результаты работы динамичных коалиций, как раз свидетельствуют о том, что есть определенные проблемы, которые необходимо решать. И мы видим, как коалиции пытаются эти проблемы преодолеть. А дальше нужно понимать четко, что мы, в свою очередь, можем сделать со своей стороны. Хорошо, спасибо. Следующий эксперт.
Большое спасибо, Татьяна, за прозвучавший вопрос. Мне кажется, вопрос действительно сложный, наверное, самый сложный из тех, которые мы обсуждаем. Работа динамичных коалиций вызывает у меня вот какой вопрос. В какую сторону мы направляем нашу деятельность? Мне кажется, вопрос этот основополагающий, и необходимо найти на него ответ. От него будет зависеть результат нашей работы. И я думаю, что и работа наша будет более эффективна, если мы будем четко это понимать. У нас есть какое-то представление о том, как добиться поставленных целей. От имени своей коалиции могу сказать, что у нас подход такой. Мы проводим открытые пересмотры системы для того, чтобы проанализировать ее, посмотреть, какие есть моменты, на которые надо обратить внимание. Обращаемся к широкому сообществу за комментариями. И затем готовим итоговую версию вот такого анализа. Это способствует оптимизации нашей работы на будущее, повышению эффективности работы. Ну и второй вопрос. Как организовать работу в рамках сообщества IGF? Опять же, для достижения результатов. Может быть, нужны какие-то программы по наращиванию потенциала? Или какие-то другие инструменты, может быть, семинары с участием технических экспертов, представителей международных организаций. Так или иначе, нам нужна какая-то группа экспертов, которая будет сообщать о результатах деятельности в рамках IGF. Мне кажется, что я частично ответил на ваш вопрос, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Большое спасибо, Ваут. А сейчас я передаю слово всем желающим высказаться, может быть, задать вопросы. Если кто-то еще из коллег хочет что-то сказать, пожалуйста, да. Большое спасибо, Юта берет слово. По поводу работы динамичных коалиций. Прозвучал вопрос, какая из них, какая из 24 или 23, говорит Юта, могла бы более активно задействоваться. Мне кажется, что лучше не выбирать кого-то одного или какую-то одну коалицию. С другой стороны, есть вопросы более широкие, такие вопросы сквозного характера, как, например, права ребенка. Таким образом, можно говорить о том, что есть темы, которые являются сквозными для разных коалиций. Они красной нитью проходят через деятельность самых разных групп. И мы считаем, что самое главное это, например, если говорить о правах ребенка, учитывать интересы ребенка в первую очередь и принимать любые решения, исходя из этого. То же самое можно говорить о правах человека в целом. Мы активно сотрудничаем с динамичной коалицией, которая специализируется на вопросах интернета, вещей и искусственного интеллекта, а также коалиция, которая занимается основными принципами работы интернета. И благодаря этому сотрудничеству мы выработали общие приоритеты в вопросе защиты прав ребенка в интернете. Мне кажется, вот такой комплексный подход имеет смысл. Большое спасибо. Вижу, что у нас есть запросы на то, чтобы задать вопросы. Сандра, пожалуйста, представьтесь. Большое спасибо. Я выступаю от динамичной коалиции, которая занимается вопросом школ и интернет и управления интернетом. Меня зовут Сандра. Я сама работаю непосредственно с организацией деятельности одной из школ. Вот хочу о чем спросить. Как сами школы, как динамическая коалиция, которая занимается школами, могла бы внести свой вклад в работу над глобальным цифровым договором для того, чтобы организовать, очень конкретно на местах управления интернетом
Я думаю, что это действительно важно понимать, потому что именно в школах организуются различные образовательные курсы, тренинги, и часто именно там есть дополнительные возможности для того, чтобы внести какой-то вклад в выработку вот этого глобального цифрового договора, о котором мы сегодня говорим. С тем, чтобы вносить соответствующие изменения в программы обучения школ в дальнейшем. Мне кажется, с точки зрения работы на будущее, важно помнить о том, что школа действительно играет очень важную роль. Здесь, конечно, есть определенные возможности, равно как и в других областях, я не сомневаюсь, поэтому хотелось бы, чтобы вот эти глобальные процессы учитывались во всей их многогранности. Большое спасибо. Мы в ходе второй части нашей встречи обязательно обратимся к представителям коалиции, которая занимается вопросами школ. Ну, а сейчас я хочу передать слово следующему выступающему. Прошу вас. У нас есть вопрос в чате. Мне кажется, Дженна поднимала руку. Может быть, вы хотите что-то сказать? Да, совершенно верно, я хотела выступить. По поводу ваших вопросов, вот что хотела сказать. Добавить, вернее, к тому, о чем говорил Ваут. В отличие от других динамичных коалиций, у нас нет каких-то ежегодных докладов или отчетов. Молодежная коалиция, тем не менее, проделает огромную работу для того, чтобы структурировать нашу деятельность и внести конкретный вклад в наше общее дело. В этом году, например, мы уделяли особое внимание вопросу наращивания потенциала. Это было такое одно важное направление нашей деятельности. Но если говорить о том, чтобы внести свой вклад в общее дело, хочу сказать, что очень конкретно на местах мы создаем различные группы и вырабатываем какие-то предложения, например, для IGF. Таким образом, с точки зрения динамичных коалиций, мне кажется, важно предоставлять им, то есть нам, возможность принимать участие в этих рабочих процессах. Как мне кажется, IGF следует сделать что-то для того, чтобы получать соответствующие доклады или отчеты от разных динамичных коалиций, публиковать их на официальных сайтах. Это могло быть очень полезным примером для всех нас. У нас были бы такие доклады о разных инициативах, они бы публиковались на официальном сайте, некоторые из них уже публикуются. И это можно было бы также организовать в формате обмена комментариями или сбором каких-то отзывов, соображений от заинтересованных сторон, может быть, по регионам. Далее, что касается сотрудничества, думаю, что все эксперты, все члены любой динамичной коалиции могли бы рассказать очень много о том, что именно мы можем сделать, что мы уже делаем для тех, кто еще об этом не знает. Для тех, кто недавно присоединился к нашей деятельности, наверное, очень многое кажется довольно сложным. Мне кажется, было бы полезно проводить какие-то такие вебинары, на которых мы бы объясняли, что к чему, для тех, кто еще не знаком с нашей спецификой. И таким образом мы тоже в долгосрочной перспективе обеспечили бы более эффективное взаимодействие со всеми желающими, тем самым восполнив существующие пробелы. Опять же, это способствовало бы и наращиванию потенциала, и расширяла бы участие, например, со стороны молодежи. Тут уже лет 5 примерно я, например, работаю в той или иной области. У меня есть, может быть, ощущение, что я как-то чем-то, какими-то рамками ограничена. Но при этом у меня есть потенциал. Для того, чтобы его реализовать, мне нужны знания или умения. Вот такой
семинар или вебинар мог бы помочь мне получить такие навыки. Я просто привожу такой пример. Итак, было бы важно также наладить взаимодействие между разными динамичными коалициями, обмен докладами, например, от молодежи. И несколько слов тоже хочу сказать о методике работы. Нам важно получать доступ к опыту других динамичных коалиций, чтобы четко понимать, как они работают. Может быть, перенимать какую-то практику. Это было бы очень полезно. Спасибо. Большое спасибо, Татьяна. Хотите что-то сказать? Да, Маркус. Но прежде чем передать вам слово, буквально несколько слов. Вот что меня удивило в этой дискуссии. Ваут выступал после Пола и ответил на некоторые вопросы, которые возникли после выступления Пола. Пол говорил о необходимости взаимодействовать для того, чтобы создавать такой процесс создания конкретных результатов работы, повышения наглядности нашей работы, привлечения внимания к ней. И у меня возник вопрос. Да, с одной стороны, понятно, есть определенные риски, возможности, можно взаимодействовать с разными заинтересованными сторонами, требовать каких-то результатов или, по крайней мере, ждать их. Но у меня возникает вопрос, а чем IGF отличается, например, от политиков? IGF плюс – это то место, где мы действительно можем говорить о том, что мы должны достигать каких-то конкретных результатов. Кому мы обращаемся со своими результатами, для кого мы их достигаем, так сказать? И иногда у меня складывается впечатление, когда мы говорим о динамичных коалициях, что мы очень сильно зависим от вот этих результатов работы. Мы постоянно к ним стремимся, и они у нас стоят во главе угла. И красной нитью проходят через все наши дискуссии, то есть даже те рабочие процессы, которые еще не завершены, уже дают какие-то результаты, и мы им уделяем особое внимание для того, чтобы привлечь дополнительную поддержку. Поэтому вот какой у меня вопрос. Если бы вам можно было изменить какой-то один момент в IGF, в нашей платформе, и дать какой-то дополнительный импульс работе IGF, создавать конкретные результаты работы, стремиться к ним и достигать их, что бы вы сделали, что нужно изменить? Может быть, какие-то общие соображения вы сможете представить нашему вниманию? Большое спасибо. Думаю, это очень хорошая будет завершающая часть нашей первой экспертной дискуссии и такой мостик ко второй части. Ну, отвечая на ваш вопрос, я обязательно скажу, что мне кажется важным было бы изменить, но сначала хочу передать слово коллегам и выступлю сам последним. Юта. Мне бы хотелось, чтобы было меньше соперничества, а было больше сотрудничества. Большое спасибо. Очень кратко и емко вы выступили. Спасибо, Татьяна, за вопрос. Говорит Ваут. Как мне кажется, IGF – это единственная платформа, где все могут вносить свой вклад в равных условиях. Ну, это моя личная позиция. Что касается динамичных коалиций, как мне кажется, их можно было бы интегрировать также в процесс подготовительной работы и проводить различные дискуссии вместе с ними при формировании стратегии развития IGF. И если IGF в соответствии с обращением генерального секретаря, он действительно станет таким инкубатором стратегии в области развития управления интернетом, тогда нам, возможно, есть смысл задуматься о том, каким образом это будет отражаться на программе стратегии IGF.
По поводу развития сообщества также хотелось бы отметить, что мы должны в том числе более активно опираться на работу добровольцев. Это важная составляющая. Спасибо. Я хочу обратиться к Дженне. Что вы могли бы выделить? Хотелось бы видеть партнерские отношения между разными коалициями. Мне кажется, это залог достижения общих целей, которые мы ставим перед собой. И еще один момент. Хотелось бы отметить, может быть, это мое личное мнение. И да, действительно, есть какие-то проблемы, но не всегда нам удается их сразу решить. Тем не менее, мы, может быть, где-то в каких-то направлениях продвигаемся вперед, и это уже достижение. Поэтому было бы здорово, если бы эти промежуточные результаты тоже были доступны для всех. Спасибо. Теперь слово передаю Полу. Я думаю, что нужно выстроить процесс для того, чтобы ощутимые результаты можно было реализовывать. Спасибо. На этом мы заканчиваем нашу первую часть дискуссии экспертной. Все, кто захочет остаться, пожалуйста, сделайте это. Я хотела бы пригласить сейчас наших следующих экспертов, которые в основном будут участвовать дистанционно, но один из них придет сюда и сядет вместе с нами на сцену. Профессор Гупта у нас тоже здесь в зале. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну что ж, давайте не мешкать. И даю слово Амандипу. Пожалуйста, выскажитесь по поводу того, что вы только что услышали, и сами расскажите нам про то, каким образом мы взаимодействуем с глобальным цифровым договором и каким образом динамичные коалиции участвуют в этой работе и могут внести свой вклад. Пожалуйста, мы передаем вам слово. Большое спасибо, Маркус. Очень интересно было послушать, очень информативно. Некоторые вопросы и комментарии из зала были очень интересными. Я вижу на самом деле два момента с точки зрения важности динамичных коалиций в рамках глобального цифрового договора. Первый из них – это фаза консультаций. Цель заключается в том, чтобы использовать эту рамочную конструкцию целостной работы и использовать инклюзивность, разнообразие и близость к тому, что происходит на низовом уровне, с тем, чтобы можно было совместно участвовать в реализации положений глобального цифрового договора. Те коалиции, которые мы уже упомянули сегодня, и инициативы, которые, например, предпринимаются школой управления интернетом, они могут быть очень важными в части продолжения дискуссий, например, в Нью-Йорке. Кроме того, с начала этого процесса мы столкнулись с рядом проблем и вызовов. И мне кажется, что сам по себе вот этот глобальный цифровой договор – это не сама цель, это, скажем так, инструмент для того, чтобы реализовать те чаяния, которые имеются у различных стейкхолдеров, у правительства, у частного сектора, у гражданского общества и научных кругов, технического сообщества. Поэтому это, собственно, принятие этого глобального цифрового договора – это не самоцель. Многие вызовы нашли свое отражение в вопросах, которые мы заслушали сегодня. И члены наших организаций размышляли
по поводу того, каким образом мы можем продолжать действовать в условиях динамично развивающихся технологий и каким образом можно обеспечить участие. Понятно, что это делается в основном на добровольной, на волонтерской основе, у кого есть время, ресурсы, склонность к этому. Но также надо подумать, может быть, есть какие-то специальные мотивы или специальные какие-то программы, которые могут послужить для привлечения новых сил, для увеличения видимости результатов нашей деятельности. Мне кажется, что как раз наша комиссия по комиссия руководителей, она должна заниматься этим вопросом, как повысить видимость результатов нашей работы и в IGF, и после. После, как я уже сказал, после реализации GDC у нас будет возможность укрепить наши наработки. Я думаю, что сама концепция, она очень мощная. И в 18-19 годах было несколько моделей, и была одна команда специалистов, которая работала по этим моделям. Я думаю, что они смогли объединить разных участников, привнести разные точки зрения, разные методы работы. Это был, собственно, инкубатор идей. Это был как раз после него возникли соображения организации динамичных коалиций. Я думаю, что нам нужно сейчас продумать вопрос, как лучше реализовать те начинания, которые были заложены именно тогда. Спасибо большое. Хотел представить наших дистанционных участников. Первый — это Бишкак Дата, динамическая коалиция по гендерным вопросам и управлению интернетом, Херман Рамос, динамическая коалиция по технологиям, связанным с качеством данных. Следующий человек у нас Маурисия Абдол Тилунда, также у нас профессор Раджендра Пратап Гупта, это здесь на сцене. Мариан Франклин также представляет динамическую коалицию по интернет-правам и принципам. Также у нас присутствует Бабу Рам Ариэл. Это динамическая коалиция по школам управления интернетом. Так, я сначала даю слово Бишкака Дата. Большое спасибо за то, что вы меня пригласили поучаствовать в вашем обсуждении по вопросам участия динамических коалиций в вопросах управления интернетом. Я хотела поговорить по поводу важности центрального организующего принципа, который, собственно, и заложен у нас в глобальном цифровом договоре, который мы здесь и обсуждаем. У нас есть целый план различных совместно используемых принципов. Все это слова, которые очень часто имеют гендерную наполненность. И мы очень часто связываем эти вопросы с гендерными вопросами. То есть, если мы говорим про безопасный интернет, то слово «безопасность», особенно в контексте различного неправильного поведения в интернете, различного, может быть, злоупотребления в интернете, они очень часто связаны с гендерными вопросами. И нам нужно подумать над такими явлениями, как дезинформация. Они стали за последние
2-3 года чрезвычайно важными, особенно вот из-за пандемии ковида. Мне кажется, что такие вещи, как дезинформация, они кажутся гендерно-нейтральными, но на самом деле по отношению к разным гендерам они имеют разные коннотации и разный контекст. Что я имею в виду? Динамическая коалиция по гендерным вопросам и управлению интернетом занимается тремя вопросами. Первый – это гендерные вопросы в более широком контексте, просто мужчины-женщины. Второе – это применение этого к различным явлениям в интернете, например, интернет-насилие. И третье – это как мы можем эту всю информацию донести до разных гендеров. Понятно, спасибо вам большое. Следующий наш докладчик – это Херман Рамос из Динамической коалиции по технологиям. Его не слышно, ужасный звук у докладчика. Значит, меня зовут Герман Рамос, я представляю Динамическую коалицию по вопросам технологий, связанных с обеспечением качества данных. Мы создаем образовательные материалы, информационные материалы, предоставляя для того, чтобы данные были доступны для разных заинтересованных сторон. Для этого мы работаем с разными членами, с врачами, с медицинским персоналом. Мы, соответственно, производим самые разные документы, самые разные исследования проводим. Очень плохо слышно докладчика. Мы стараемся расширить нашу деятельность для того, чтобы работать с другими организациями. Все, что относится к управлению интернетом, тоже является частью нашей деятельности. Мы стараемся выдавать какие-то свои материалы в сфере данных, которые имеют отношение к здоровью и технологиям в этой сфере. Это достаточно новая тема, новая область деятельности. Мы понимаем, что эта сфера сейчас проходит интенсивное преобразование цифровое, и мы стараемся делать все для того, чтобы внести свой вклад, и в том числе для людей с ограниченными возможностями. Следующий наш докладчик – это профессор Раджендра Пратап Гупта из Интердинамичной коалиции по интернету и трудовым местам. Мы вчера заслушали одного из моих коллег о том, что нужно сделать, какие задачи перед нами стоят. Наша коалиция была создана в 2018 году во время форума IGF в Париже. И мы решили, что там было сказано, что речь идет не только о каких-то выгодах, о каких-то преимуществах, но речь идет о том, как объединять людей и как улучшать их качество жизни. Я думаю, что наша работа, которую мы провели за много лет, она привела к тому, что мы подготовили несколько отчетов вот за 2021, за 2022 год. Сейчас мы готовим отчет. Хочу напомнить вам, что несколько миллиардов человек до сих пор не имеют подключения к интернету.
И в этом плане существует огромное неравенство. Мы должны делать так, чтобы у нас были ощутимые результаты работы, чтобы мы могли продвигать эти идеи подключения к интернету во всех географических регионах, в том числе в Африке, в частности в Африке. Я хотела подчеркнуть, что возможность предпринимательства, возможность создания трудовых мест, они очень тесно нынче связаны с различными технологиями. Наша динамичная коалиция хочет создать план создания интернета для всех и представить этот план в Киото. Маркос говорил об этом, его группа работает тоже в этом же самом направлении. Большое спасибо за внимание. Спасибо за то, что вы все укладываетесь в регламент. Те, кто у нас здесь новенькие, вы знаете, что у вас точно такие же ограничения по времени, у каждого отводится 3 минуты. Давайте заслушаем Мариан Франклин, это динамичная коалиция по правам в интернете и принципам. Мариан, очень рада мы вас видеть, пусть и дистанционно. Спасибо, что пригласили. Я буквально 10 секунд сейчас потрачу дополнительно на то, чтобы показать вам свой экран. Спасибо. Итак, меня зовут Мариан Франклин. Я представляю коалицию по интернет-правам и принципам. Это очень важная работа, особенно для того, чтобы поддерживать выполнение прав человека в сети. Прежде чем я продолжу, я хотела выразить благодарность нашему специальному посланнику по технологиям за то, что он и его коллеги выступают поборниками защиты прав человека в интернете. Все проекты, такие как глобальный цифровой контракт и другие, оказывает очень важное влияние на нашу работу. Вот вы видите на экране наш устав. Здесь изложены все принципы нашей работы. Мы несколько лет уже работаем в рамках этого устава. Мы сотрудничаем с правительствами, с различными организациями и переводим результат нашей деятельности на разные языки, такие как итальянский, различные другие языки. Мы много новых языков сейчас добавили. Опять-таки, это позволяет людям получать информацию о цифровых правах человека и понимать лучше ход выполнения положений глобального цифрового контракта, договора, извините. Вот эта работа переводчиков, она чрезвычайно важна по распространению информации. Мы, соответственно, распространяем эту информацию и доносим ее до максимально большого количества пользователей. В 2024 году пройдет саммит ООН по рассмотрению вопросов будущего, саммит будущего. Мы примем в нем самое активное участие. Мы будем говорить о проблемах экологии, экологически устойчивого развития. Опять-таки о правах человека и о принципах их реализации. Для того, чтобы интернет был как можно более разнообразным, инклюзивным и продолжал
так сказать, работать на решение проблемы климатических изменений на планете. Спасибо большое, Мариан. Следующий наш докладчик – это Бабу Рам Ариал из Динамичной коалиции школ управления интернетом. Спасибо большое за то, что меня пригласили. Мы действительно проводим активную работу по школам управления интернетом. Мы, соответственно, выстраиваем политику, принципы и положение в том, как работают школы управления интернетом. У нас в нашей работе участвуют разные заинтересованные стороны. Мы имеем участие как снизу вверх, так и, то есть, на самом низовом уровне. И работаем также с различными руководителями организаций. То есть все слои охватываем. Эти школы управления интернетом важны не только как вот такие инициативы снизу вверх, но и в том плане, что политика и принципы вырабатываются и предлагаются вот от низового уровня на уровне руководителей, где принимаются решения. Все знания, различные инновационные подходы на мировом уровне транслируются в наши будущие инициативы и способствуют выполнению положения глобального цифрового договора. И это, естественно, уже стало общей целью в рамках сотрудничества. То есть это некая площадка для работы динамических коалиций, которая объединяет их в рамках некого стандартного подхода. И это очень хорошая рекомендация ООН. Я бы порекомендовал, что с самого начала, то есть форум управления интернетом в школах одновременно работало бы по вопросам устойчивости. Мы считаем, что это очень важно. То есть каким образом это будет учтено в договоре, это очень важно. Это важная инициатива. Считаю, что нужно об этом не забыть. Ну вот хотел бы соблюсти регламент. Говорит Маркус, я хочу поблагодарить участников. Мы прекрасно понимаем, какие разнообразные динамичные коалиции существуют, какой широкий круг вопросов они обсуждают, и они являются голосом различных кругов. А сейчас я хотел бы передать слово представителю молодежной коалиции. Пожалуйста. Здравствуйте, Маурисия Челунда. Меня зовут Мариш Абдул-Челунда, и я представляю молодежную коалицию по управлению интернетом. У нас динамичная коалиция, которая представляет интересы всех регионов планеты. У нас есть представители, мы активно работаем по широкому кругу вопросов, обеспечиваем, чтобы голос молодежи был услышанным. Мы собираем данные, которые весьма полезными являются, на наш взгляд, для глобального цифрового договора. Например, вот в регионе в каждом конкретном собираются конкретные данные по региону, и у нас есть возможность это в рамках отчетов представить. Мы также проводили вебинары,
И в рамках вебинаров мы рассматривали разные вопросы безопасности, которые обсуждаются и на форуме по управлению интернетом, ну и не только безопасности, разным другим, то есть вопросы доступа в интернет к реальной информации. У нас зафиксированы мнения молодежи, у нас есть определенная динамика по различным регионам, и данные эти есть. Мы очень хотели бы, чтобы эти данные были учтены, чтобы голос молодежи из разных уголков планеты был учтен в цифровом договоре. А с точки зрения сотрудничества с различными организациями, ведомствами, мы также готовы, то есть не только в рамках самой коалиции по вопросам молодежи, но и, в частности, вот постоянной группы по интернет-обществу, молодежной группы по интернет-сообществу. Там также очень широко представлена молодежь из разных уголков планеты. И у нас есть, опять же, данные, которые собирались, которые являются продуктом диалога. Это весьма надежные сведения. И мы хотели бы, чтобы это было учтено в цифровом договоре, чтобы было понятно, что в рамках любого процесса принятия решений голос молодежи должен быть учтен. И мультистейкхолдерный подход к решению проблем в экосистеме интернета важен или является даже неотъемлемым. Мы сейчас, да, говорим о том, что это действительно выражается в работе IGF, и уже ряд наших рекомендаций был принят, а именно 11 форумов IGF, и также сегодня в группы, которые ответственны за принятие решений, сегодня есть и молодежь. Молодежь представлена в разных направлениях работы IGF. Татьяна, а есть ли еще вопросы или комментарии? Сообщите, пожалуйста, есть ли вопросы в чате или от участников. Здесь хотела бы сказать тем, кто подсоединился к нам удаленно, что Мина опубликовала пару ссылок, и я хотела бы коснуться вопросов, которые были затронуты. Хотела бы поблагодарить молодежную коалицию за ту работу, которая выполняется. Это некий, скажем так, инкубатор идей по выработке политики. И с точки зрения тех действий, которые могут быть предложены, то есть постоянно ставится под вопрос то, что происходит. То есть действительно все время проверяется то, что мы делаем, на вопрос, правильно ли мы это делаем, можно ли как-то оптимизировать, можно ли улучшить. Так как времени у нас уже не так много осталось, поэтому я задаю следующий вопрос. Вот во всей этой работе, в контексте глобального цифрового договора, какие основные проблемы вы видите? Что наиболее сложного вы видите? Вот где IGF мог может оказать содействие, где глобальный цифровой договор может оказать содействие. И, пожалуйста, Маркус, также задавайте тоже вопросы. Благодарю вас. Мне вопрос ваш нравится.
И хотел бы, может быть, передать слово господину Гилу, послу по техническим вопросам. Да, благодарю вас, Татьяна, это важный вопрос. Я считаю, что это очень важно работать сообща, соблюдать сроки. То есть у нас замечательная команда, IGF – это прекрасная площадка, есть поддержка, мы открыты к идеям. Бабурам Ариал говорит, это очень важно, потому что есть много всяких новых идей относительно того, как повысить инклюзивность. Вот недавно на региональном и на национальном уровнях IGF поднял целый ряд вопросов, очень важных, таких как гендерные вопросы, вопросы искусственного интеллекта, в частности, тоже большая тема. И это все обсуждается на разных уровнях. И еще один важный момент – это лица с инвалидностями. То есть на основе инклюзивности и применения новаторских решений мы имеем возможность очень важную работу вот эту проводить по динамическим коалициям. Благодарю вас. У нас есть вопрос от участника, который, да, удаленный. Бишаха, я хотел бы тоже ответить на этот вопрос. Мы приходим к выводу о том, что управление интернетом – весьма сложная концепция. Для многих это непросто понять, даже для тех, кто весьма вовлечены в работу интернета. Есть традиционные модели управления, и концепция управления интернетом значительным образом отличается от них. Поэтому мы пытаемся как-то эту концепцию выразить для того, чтобы она была более понятна, и мы хотим оказать содействие в том, чтобы какие-то мифы разрушить. Вы знаете, очень хороший комментарий, он очень перекликается с тем, что сказал посол по техническим вопросам относительно достижения разнообразия среди участников. И я хотел бы обратиться также к удаленным участникам. Мариана, прокомментируйте, пожалуйста. Благодарю вас. Татьяна, с чего тут можно начать? Проблемы, которые стоят перед всеми нами. Динамичные коалиции – это сеть, это часть крупной сети. Сейчас, простите, у нас помехи звуковые. Здесь 21 статьи в уставе, они касаются и прав женщин, прав детей, и существующих международных соглашений, договоров по правам человека. И это трудности, которые вот сейчас Бичака упоминала, они, безусловно, относятся к широкому кругу проблем, который стоит перед человечеством в целом. И, конечно, права человека должны лежать в основе выработки решений, которые касаются сбора данных, доступа к данным. И мои коллеги в техническом секторе также могут рассказать о том, как это может повлиять на работу интернета. Нам необходимо понимать, и что происходит. И я обращаюсь к руководству, коллегам ООН, и считаю, что то нужно фактически взять быка за рога и действовать. Маркус,
Благодарю вас, Мариана. Вопрос как раз заключается в том, каким образом соединить динамичные коалиции, которые являются автономными, и IGF в целом. То есть есть некое такое недостающее звено, возможно, и вот вопрос заключается в том, какой процесс нам необходим. То есть вы говорили о том, что нужно, чтобы больше было известно о работе динамичных коалиций. И вот здесь в соответствии с этим вопрос в контексте IGF, каким образом внести свой вклад в цели устойчивого развития. И этот вопрос, который необходимо рассмотреть. Херман, вы хотите что-то добавить? Благодарю вас. Одно из изменений, которые могут произойти и которое может привести к конкретным результатам, это если говорить о работе динамичной коалиции, мы приходим к выводу о том, что очень сложно работать, потому что часто действие никакого не происходит после того, как собран материал, собрана информация, проведены какие-то образовательные мероприятия. То есть фактически данные собираются, а дальнейшие действия как бы не происходит. Некая остановка наблюдается. И вот возможность именно достижение каких-то конкретных результатов позволит различным организациям внести свой вклад в работу IGF, укрепить его и вообще внести свой вклад в партнерство в рамках системы. Маурисия, у нас великолепный опыт с точки зрения инклюзивности. У нас прошло 13 сессий, и из них 11 были приняты. То есть действительно это касается инклюзивности, действительно наш голос слышит, но то есть мы работаем над повышением масштабов участия женщин в наших сессиях. Это привело к тому, что в целом участие в работе IGF выросло. У нас определенные трудности, которые существуют, потому что у нас не всегда есть поддержка в определенных регионах, возможности, например, проведения в определенных регионах, особенно вот, например, да, европейская молодежь представлена, там африканская молодежь, азиатская представлена, но вот, например, из других регионов, например, недостаточная репрезентативность, потому что это связано с расстояниями большими. И мы как раз настаивали на проведении различных сессий, и мы также хотим, чтобы и другие сообщества в рамках управления интернетом также принимали участие, потому что вот есть определенные направления, по которым у нас нет еще групп или где просто молодежь не представлена. С нашей точки зрения я рассматриваю. Юта, пожалуйста, вы также являетесь сопредседателем группы по да, динамичной коалиции по правам детей. Да. Я не буду говорить сейчас о трудностях, а скорее о возможностях, которые есть у динамических коалиций,
о том, что мы на самом деле находимся в той ситуации, которая позволяет нам предоставить навыки и рекомендации, которые затем будут закреплены в глобальном цифровом договоре. И мы как раз думаю, что можем качественные рекомендации предоставить. Благодарю вас. Вот Европейская школа по управлению интернетом, например, она вносит конкретный вклад в выработку глобального цифрового договора. А господин Гилл, пожалуйста, что вы можете сказать? Да, действительно, очень положительное направление. Вот трудности, безусловно, имеются, однако намерения у нас имеются, опыт есть. Решение проблем. И вот доктор Гупта сказал сегодня по вопросу занятости, это действительно возможности. И часто об этом забывают в различных дискуссиях. И динамичные коалиции часто свободны пролить свет на определенные проблемы, которые недостаточно рассмотрены. И часто это работа, которая не видна. И можно, конечно, как бы убегать от вот этой славы, но нужно знать своих героев, скажем так. Есть цифровое здоровье, есть различные форумы, которые проходили, там WHO, форум, саммит по здравоохранению, и надо сконцентрироваться на различных тематических направлениях. Это сложно, и я хотел бы подчеркнуть то, что было сказано Полом ранее. Он напомнил нам, что есть определенные стандарты. Стандарты между собой конкурируют. Иногда бывает, один стандарт выбирают, другой не выбирают. Это часто происходит. И мы используем вот возможности. И это говорит о том, что выбирается более качественное. Качество всегда будет на высоте. Большое спасибо за ваши комментарии. У нас осталось еще немного времени. Поэтому я предлагаю передать микрофон в зал или, может быть, нашей онлайн-аудитории. Если у вас есть комментарии, прошу вас. Позвольте мне выступить. Да, пожалуйста. Меня вот какой вопрос особо интересует. Это взаимодействие между коалициями и секретариатом IGF. Да, с одной стороны, нужна дополнительная поддержка и необходимо усиливать это сотрудничество. Некоторые из вас говорили о том, что с другой стороны коалиции пользуются определенной автономией. И независимо от того, каким образом принимаются решения, они принимаются единогласно. Это очень важно. Но как это сделать с учетом того, что мнения могут быть разные? Маркус, была поднята рука в виртуальном зале. Может быть, есть ответ на прозвучавший вопрос? Марианна? Большое спасибо. Благодарю за вопрос. Не думаю, что нам следует стремиться к абсолютному единогласию. Наши взгляды различаются, они разнообразные, а вот это разнообразие как раз не равно единогласию. У нас могут быть разные мнения, разные взгляды на те или иные вопросы, но наша задача, тем не менее, сотрудничать друг с другом, и именно в этом контексте мы привносим аспект прав человека в нашу работу. Это такая сетевая цифровая работа, которую мы проводим друг с другом, с учетом многообразия взглядов. Наверное, не нужно избегать ситуации, когда мы не согласны друг с другом. Скорее, нужно вырабатывать механизмы, которые помогают нам преодолевать эти разногласия. Думаю, на это нужно делать упор. Не хотелось бы, чтобы все со всеми были всегда согласны. Мы просто не сможем договориться обо всем и быть абсолютно согласны со всеми. Марианна,
Мне кажется, вопрос там был скорее по процессу. Как согласовать сам процесс работы и взаимодействия секретариата IGF и коалиций, при этом сохраняя их автономию? Сейчас я приношу свои извинения за то, что снова взяла слово. Тем не менее, мне кажется, важно указать на этот момент. Бишаха, пожалуйста. Мы не всегда на самом деле противостоим друг другу. Конечно, коалициям нужна определенная степень автономности. И это совершенно нормально. Но при этом в рамках каждой коалиции, например, в рамках коалиции по гендеру, нам совершенно очевидно, что нам нужны дополнительные механизмы, которые позволили бы, например, реализовывать наши цели в рамках гендерной повестки. Может быть, в этом наше отличие от других коалиций. Так или иначе, мне кажется, важно, чтобы мы взаимодействовали друг с другом. Важно сделать так, чтобы каждая коалиция имела четкое представление о том, какие возможности у нас есть, даже если в каких-то ситуациях мы друг с другом не согласны. Татьяна, я абсолютно согласна с Бишахой. Я не думаю, что автономия как-то мешает сотрудничеству. Но, опять же, есть разные способы достижения нашей цели. Ну, все возможно. Было бы желание, как говорится. Спасибо, Марианна. Марку, слово вам. Авридория, пожалуйста. Благодарю вас. Мне кажется, не должно возникать здесь никаких проблем, потому что при оказании любой услуги мы никогда не можем рассчитывать на то, что одна и та же услуга удовлетворит абсолютно всех. Нам нужно как-то адаптироваться, поэтому важно вырабатывать сразу несколько вариантов, чтобы можно было адаптировать их к той или иной ситуации и обеспечивать поддержку в тех случаях, когда это необходимо. Где-то эта работа должна вестись постоянно, где-то периодически возобновляться. Простите, что я пропустила это заседание. К сожалению, я участвовала в другом заседании, которое идет параллельно. Тем не менее, мне кажется, тема это очень действительно важная и интересная. Большое спасибо за ваш комментарий. Действительно, нет панацеи, нет какого-то единого решения, которое удовлетворит абсолютно всех. В этом весь смысл многообразия, которое мы поддерживаем. Мы сейчас с вами приближаемся к завершению нашей встречи. Я хотела бы обратиться к нашим уважаемым экспертам. Предлагаю каждому из вас пару слов сказать в заключение. Юта, прошу вас. Не ожидала, что вы мне передадите слово. Ну что ж, я очень рада была возможности пообщаться со всеми участниками и спикерами этого заседания. Мне особенно дорога тема участия молодежи, работы молодежной коалиции. Когда мы говорим о конвенции о правах ребенка, мы, конечно, понимаем, что важно помнить о том, что наши решения влияют на детей, на жизни молодежи по всему миру. Давайте помнить об этом. Большое спасибо. Я приглашаю и экспертов в виртуальном зале тоже сказать несколько слов в заключение. Прошу вас, господин специальный посланник ООН по вопросам технологий. Да, мир постоянно развивается. Он переходит к новым моделям взаимодействия. И важно обеспечить полный доступ к интернету с соблюдением прав человека по всему миру. Тем, чтобы наше общее будущее было
надежным. И для этого у нас есть отличный инструмент, вернее, он сейчас дорабатывается, мы надеемся, что он станет надежным инструментом, это глобальный цифровой договор, который заложит основу для нашего будущего. Благодарю вас, Херман, слово вам. Большое спасибо. В рамках различных коалиций мы работаем в разных направлениях и развиваем партнерские взаимодействия и проекты с разными структурами. Я надеюсь, что эта работа будет продолжаться и далее. Очень важно, чтобы мы и впредь сохраняли актуальность нашей деятельности с учетом интересов сообществ, которые мы представляем. И я рад тому, что у нас такая дискуссия сложилась сейчас, и благодарю IGF за такую возможность. Большое спасибо. Я очень рад тому, что у нас сегодня состоялась такая насыщенная дискуссия. Надеюсь на вашу поддержку, уважаемые коллеги, в будущем. И благодарю за участие в этом заседании. Марианна? Для того, чтобы коалиции развивались и дальше, важно сделать так, чтобы глобальный цифровой договор объединил вопросы устойчивости окружающей среды с новыми технологиями. Мы все больше зависим от них, от этих новых технологий. И поэтому экологическая устойчивость – это очень важный аспект, о котором не следует забывать. Возможно, следует по-новому посмотреть на вопросы окружающей среды, ее сохранения, защиты, охраны и изменения климата с учетом этих новых технологий, которые появляются в соответствии со статьей, с 4-й статьей Хартии Устава. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Бабу. Да, наши возможности во многом определены теми ресурсами, которые у нас есть. У нас есть возможность наращивать потенциал. И замечательно, что у нас есть этот потенциал для того, чтобы вносить свой вклад в разработку глобального цифрового договора. Маурисия, для меня большая честь и удовольствие участвовать в этой дискуссии. Мы сделали так, чтобы каждая коалиция сегодня была представлена. И это замечательно, потому что каждый из нас мог внести свой вклад в общее дело, в общую дискуссию, отражая взгляды своей коалиции. Пользуйтесь нашими знаниями, нашим опытом, мы готовы им делиться и рады тому, что у нас есть возможность обмениваться мнениями. Еще раз большое спасибо за то, что не забываете о нас. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться в грядущие годы. Большое спасибо. Спасибо за ваш энтузиазм. Амадип, слово вам. Большое спасибо. Очень много я сегодня нового узнал. И меня вдохновили сегодняшние дискуссии. Мне очень нравится та мысль, о которой говорил кто-то из коллег по поводу стратегии управления рисками. И действительно, мы не знаем, как дальше будут развиваться технологии, бизнес-модели. Поэтому нам нужно объединить свои усилия. Важно помнить и об экологической составляющей, и о новых технологиях, об устойчивости, и о всех тех рисках, которые существуют, о ресурсах, которых порой не хватает, об аспекте прав человека, гендерном аспекте, аспекте прав ребенка. Все это очень важные темы. И, безусловно, мы должны сотрудничать со всеми коалициями, в частности, с молодежной коалицией, для того, чтобы продолжать обсуждать эти важнейшие вопросы и сделать так, чтобы они нашли свое должное отражение в глобальном цифровом договоре. Большое спасибо. Благодарю вас. Передаю слово нашему докладчику. Работает ли микрофон?
Большое спасибо, Маркус. Марк Карвелл говорит. Большое спасибо за высококачественные доклады и за ваши соображения, уважаемые коллеги и участники дискуссии. И честно скажу, что это заседание превзошло мои ожидания. Я надеюсь, что все мы вынесли из себя много полезного. И эта встреча станет поворотным пунктом в деле развития динамичных коалиций в рамках экосистемы IGF. Я надеюсь, что со временем прошлых встреч IGF мы очень многого уже добились. У нас была возможность обмениваться мнениями. И все участники сегодняшней дискуссии очень много говорили о том, что у нас есть огромный потенциал. Есть потенциал у коалиций, который необходимо реализовать. И для этого нужно создать должные условия. Все эти вопросы, которые поднимались, тоже очень важны. И важно четко понимать, к каким результатам мы стремимся, для кого они важны. Это основные вопросы, которые мы должны задать себе и иметь четкое представление о том, над чем именно мы работаем, для кого и зачем. В этот переходный период для IGF очень важно помнить о том, что нам нужны новые подходы для формирования работы коалиции, для того, чтобы обеспечить достижение результатов. Нам нужны новые инновационные решения, если хотите. И, может быть, даже новые методы работы. Вот основной вывод для меня и, наверное, для многих участников этой встречи. Это условия, при котором коалиции смогут продолжать вносить свой вклад в деятельность IGF по глобальному цифровому договору. Хочу отметить, что Амандип очень интересные мысли высказал по поводу этого инструмента. Не буду повторяться, но хочу отметить, что коалиции могут внести свой вклад и в подготовку договора, и в определение сферы его охвата, а также внести свой вклад в разработку принципов, которыми мы будем руководствоваться при применении этого договора в будущем. Большое спасибо. К сожалению, у нас истекло время уже 5 минут назад. Понимаю, что тема очень интересная, однако мы вынуждены прекратить наше заседание. Этот зал Zoom завершает свою работу. Я с удовольствием предоставил бы всем желающим высказаться, но, к сожалению, время истекло, поэтому я хочу поблагодарить всех экспертов и участников обсуждений. Благодарю вас за ваш ценный вклад и за то, что вы дали возможность коалициям внести свой вклад в деятельность IGF. Также благодарю всех экспертов за активное участие в беседе. Наше заседание объявляется закрытым. Попрошу всех экспертов подняться на сцену для групповой фотографии. Большое спасибо. Наше заседание объявляется закрытым.